Рыбаки, всем здорово! И сегодня у нас Волхов, точка на окуня. А точка на окуня у нас 71, 100, координаты, квадрат это у нас D5, ночная база, телепорт на вот этот большой остров и вот сюда. И с него идем по мостику и налево. Вот. Сборка у нас... Оснастка GHV. Джиг большой 1. 5 грамм. 12,5. 12,5 надо поставить. Вот. Вот такой у нас сейчас. Джиг красный. Магот. Магот красный. Вот. Делаем джиговую оборотку. Либо красный, либо черный, кстати. А делаем такую оснастку. Два оборота. И остановка. Два оборота, два остановка. И у нас таким самым должна включаться джиговая ступенька. Вот, она, видите, включилась снизу. А, подмотка 50, клипса 25. Вот. Смотрим по... Вроде бы... Я не помню, там 5 грамм, 12 грамм, ну короче, большой один джиг. Вот. Должно что-то ловиться. Не должно, а ловится, ловится. Как бы ловится, вот. Вот такие окушки. У меня окушков полный садок. Ну почти как полный садок, 56 рыб. А сом попадается, щудак, судак, щука, ну и сом. Ну еще это очень редко, но в основном один окунь идет. Трофеи летят в чате, смотрите. Окунь. Угли, которые я на базе был, там угли, когда с причала поймали. Поэтому она у меня в чате висит. Закупаться джигом шел. Как бы. Поэтому тут оно ловится. Джиговая ступенька. Вот такая. Вот. Пинг у меня Medium Light. 11 килограмм лайнер. Катушка Zeeman Bird. С передаточным числом. Передаточное число у меня 5,1 к 1. Желательно поставить катушку с более быстрой передаткой по типу 5,5, 6,0 передатка к одному. Вот такая. Смотрим. Бывает поклевки без этого. Но сейчас попробуем красный. Черный. Черный попробуем. Вот. Либо красный, либо черный. На них закрывают эти два. А на белый не знаю. Можно тоже попробовать. А на нем остроги закрывают. Во. Залетел. Вот на черный, по-моему, залетает больше какая-то щука или судак. Сом. Но окунь присутствует. Окунь много залетает, поэтому. Вот, да, судачок попадается. Но окунь тоже. Поэтому судак, кстати, тоже в чате пролетал. Где-то он у меня, вот он пролетал. Вот судак 8 килограмм. Ну, тут дальше окунь. Судак еще пролетал 2 раза. Вот. Поэтому, в принципе, думаю, тут трофея вообще не составит труда закрыть, в принципе. Так, джиговую ступеньку надо сделать. Чуть больше ждать надо. Можно делать так, раз, оборот. Один оборот. Один оборот. Да, можно делать все по одному обороту, можно делать по два. Ну, возле базы. Ну, это далеко еще была приманка. Закинемся. Да, хоть окунь, хоть судак тут берет. Судак, конечно, не сильно большой. У меня, правда, один был на... Где он тут? На... Хороший, вот он был. Так, 3300. Делаем пару оборотов.
Вот шиховая ступенька включается. Вот. Сейчас дождемся поклевочки. Так, быстро-быстро сделал. Надо больше ждать. О, поклевка какая-то есть. Это у нас, я думаю, же будет окушок какой-нибудь. Пока нет, это судачок. Видите, на черный судак идет, поэтому пробуем на красную. Но все-таки на красную больше идет окунь. Он тут есть. Клюет хороший. Вот. Окунь. Вот я ловил. Все это было на красную, кроме тут пару штук было на черную. А все на красную. Хороший окунь. Вот килушка. В чате много трофеев залетает. Вот именно на магот красный. Пишут магот красный. Вот. Пишут магот красный, либо уклейка. Магот черный. Вот. Могут красный. Но у меня могут красный все-таки больше по окням работает. Поэтому сейчас дождемся поклевку. На красный могут. Просто там по времени, если посмотреть по времени вылова, там у меня есть там, где с перерывами большими поклевки. Там просто день был дожди и гроза на волх, наверное. Потому что в этот момент окуни не клюют. Типа в грозу и в этот. Они клюют только там, где солнечно. Что же сейчас? Клипсы же 25-е, 25-е. Можем попробовать вообще без клипсы. Или пробовать катушку с более сильной передаткой. Поэтому смотрим. Я думаю, что должен попасться. Просто надо подождать чуть подольше. Два оборота и ждем 2 секунды. Или 2-3 секунды ждем. Так, чуть больше ждем. Чтобы приманка успевала чуть-чуть падать на дно. Вот. Пару проводок на окуня. Я тут уже стою, правда, более часа. Может быть, да более двух, да. Ну, более... Сколько я уже стою? Да, более 2 часов. Поэтому не думаю, что тут будет что-то брать. Пробуем еще. Пятый. Вот такой джек попробуем. Там я 201 надо поставить. Вот такой, да? 201 3,5 грамма. Я просто закупал, но не поменял. Какой-то я закупал. Ну, сейчас смотаю. Там на большой, там на 12. Большой 1, 12 грамм. 12,5. Во. Да, на красный все-таки окунь. Так, 12,5 грамм. 12,5 грамм. Вот такой нужен. Вот. Вот такой нужен. 12,5 грамм. Большой один. Классик. 201. Седьмой размер джига. Во. Поклевочки есть. Они будут. Вот, шок есть. Да, я только что джиг покачал, вот это недавно, сегодня, вот, минут полчаса назад. Поэтому будем думать, будем ловить трофею.
Я когда снимал видео на Комаринке, там окуня, я его там закрыл уже. Вот, ловится. Вот на такой джиг ловится. Поэтому закрыть не составит трудового. Хороший, хороший клюет. У меня уже редко поклевывает, потому что все-таки 2 часа минут. Нет, не очень. Да? Последняя проводочка. Будем заканчивать. Установку надо дольше делать. Если 2 оборота, то установка дольше. Если 3 оборота, то установка еще дольше. Вот, поэтому ждем. Джиговая ступенька включается. Джигом, да. Вот. Поэтому вот тут не дождался. Так, тут тоже попался окунь. Это же окунь, да? Чатовый. Да. Хорошенький. Вот. В принципе, под задание под кафе, думаю, пойдут. Пойдут даже очень хорошо. Вот. В принципе, такая точка. Даже остановлю. На магот. Все-таки красный. Вот. Поэтому, в принципе, вот такая точка. Координаты 71, 100. Еще раз покажу карту. Вот. Поэтому, в принципе, приходите, закрывайте окуня. Всем пока-пока.